За что ты любишь зиму? Я люблю зиму, потому что можно поиграть в снежки, полепить снеговика, кататься на санках, в горке, на лыжах, играть снежками. Можно любоваться зимой. И еще там можно делать снежки. Можно кататься на льду зимой, встречать Новый год, то там можно наряжать елку, приходит Дед Мороз, Снегурочка. Можно играть. Когда тепло оденешься, можно ложиться в снег, можно лепить снежную бабу, снеговика, на лыжах кататься, на санках кататься. Кататься на подушках. Снежинки, сосульки, лед, снег. Бегать по снегу. Валяться. Кататься с горки. Ну, можно делать ангелов снежных. Еще можно делать фигуры из снега. Елочку слепить. Чтобы слепить снеговика, взять комочек и покатать по снегу. Еще прилепить ему глазки, ротик, нос и ведро. Надо поставить на голову. Дед Мороза можно увидеть, Снегурочку, елку и подарки. Расскажи о снеге. Снег выглядит белым. Он еще холодный. Снег нельзя есть, потому что туда ходят, по нем ходят люди и могут попасть микробы тут в живот. Снежинки выглядят узорами. Там у них 4. Таких узоров Мороз рисует. Когда холодно-холодно, он их рисует на окнах.